Египет – страна пирамид, древних храмов и тысяч загадок. Веками эти монументальные сооружения привлекают своими тайнами людей самых разных занятий и помыслов. Мы, международная команда исследователей Лаборатории альтернативной истории, приглашаем вас вместе с нами совершить увлекательное путешествие по самым интересным и загадочным местам Египта. У вас будет уникальная возможность самостоятельно изучить многочисленные следы и доказательства того, что в глубокой древности на территории Египта существовала неизвестная нам технологически развитая цивилизация, которая по уровню своего развития во многом превосходила даже нашу современную цивилизацию. Во время 10-дневного путешествия по всему Египту мы посетим знаменитые пирамиды на севере страны, спустимся в их коридоры и закрытые помещения, совершим незабываемый круиз по Нилу и насладимся красотой колоссальных храмовых комплексов юга. Ежедневно будут проводиться лекции и дискуссии, где вы сможете получить ответы на свои вопросы и подготовиться к собственным исследованиям. Благодаря такому подходу ваше путешествие превратится в настоящую научную экспедицию, во время которой у вас будет возможность совершить свои собственные открытия, которыми потом можно будет поделиться со всем миром. И все это в сочетании с уютом комфортабельных гостиниц и круизного лайнера в окружении вод могучего Нила, посреди живописных пустынь, пальм и колоритного духа Египта. Приключения ждут вас. Путешествуйте вместе с нами. Все, можно начинать. Спасибо. Добрый день. Сегодня мой доклад посвящен культу пернатого змея и легенде о солнцах. Это, в общем-то, мексиканская тема, казалось бы, далекая от нас, потому что про древнюю Мексику реально у нас мало кто что знает. И поэтому я надеюсь, что немножко как бы вам расскажу. Пернатый змей. Он на языках разных народов назывался по-разному. Кецалькоатль, пернатый змей, это на языке науатль. Язык науатль — это язык семьи народов Науа, которые на протяжении там как минимум 1500-2000 лет населяли центральную Мексику. На языке индейцев ица, которых называют майя, его имя Кукулькан. На языке индейцев кичи в Гватемале, которых тоже относят к майя, это Кукумац. Просто для нас майя — это как бы единая цивилизация. С одной стороны. А с другой стороны, это как мы для европейцев, для американцев. Ты откуда? Из России? А, значит, ты русский. И неважно, кто ты. Татарин, башкир, дагестанец. Раз из России, значит, русский. Та же самая ситуация с Мексикой. Там, по-моему, порядка 60 языков до сих пор существует. Разных. Для нас они все языки майя. А это разные народы. Они отличаются точно так же, как дагестанцы от башкир, да, и от русских. Разные народы, но их объединяет общая история, которая не одно тысячелетие, и, соответственно, общие мировоззренческие и религиозные традиции. Так вот, бог под именем Кукулькан, Кецалькоатль, Кукумац, пернатый змей, он являлся богом, так сказать, ведущим в традиции разных народов на протяжении нескольких тысячелетий. Первое археологическое свидетельство относится к эпохе цивилизации альмеков, то есть примерно, ну это конец, наверное, ну, по официальной хронологии, там 4, 5, 6 век до новой эры. Вот это первое зафиксированное археологическое свидетельство пернатого змея. Причем, как вы видите, пернатый змей имеет два главных атрибута. Зубы, как у гремучей змеи, погремушка на хвосте обязательно, и перья. И
с цивилизацией альмеков, от которой сохранилось там десятки памятников, огромное количество артефактов, но пернатый змей известен только вот на одной стеле, ну, официально это стела 19, Славенты, мы ее видели. А все, а так вообще-то альмеки были народом ягуара. Это отдельная тема, к которой мы сейчас вернемся. Позже пернатый змей возникает, не возникает, а фиксируется в цивилизации Теотиуакана. Теотиуакан — это самый крупный город Древней Мексики, он находится в 60 километрах к северу от Мехико. Ну, вы прекрасно знаете, о чем я говорю. И там находится пирамида Кецалькоатля, где как бы в виде рельефных изображений Кецалькоатль изображен в классическом виде. То есть свинцом перьев, зубатый и, что интересно, рогатый. Почему-то никто не обращает на это внимания, но у него рога. Это классическое изображение пернатого змея с рогами. То есть это рогатая змея, которая еще и летает. Позже традиция или одновременно пернатого змея перешла к цивилизации тальтеков. Цивилизация тальтеков — это тоже археологический термин, потому что мы об этом мало что знаем, поскольку вся информация о тальтеках идет из ацтекских мифов. То есть ацтеки, придя в долину Мехико, взяли на себя наследие предыдущих цивилизаций. Именно они назвали Теотиуакан Теотиуаканом. То есть это место, где боги спустились на землю. Когда пришли ацтеки-мешики в этот регион, Теотиуакан уже был засыпан землей. Они просто получили традицию, вот, и для них это был священный город, местом паломничества. Скорее всего, они там копали, как мы сегодня копаем, да, но они копали в поисках, так сказать, предметов, знаний их предшественников. Хотя ацтеки были пришлыми, они с севера пришли. Город Тула, который по современной интерпретации считается столицей тальтеков, городом Таланом, мифическим. Мифическая столица тальтеков. Но я думаю, что всем известна эта фотография, так называемые атланты, вот, которые стоят на вершине пирамиды, и у них как бы на груди символ бабочки. То есть, на мой взгляд, это просто воины сновидений, поэтому у них символ бабочки. Но у каждого из них на сандалии изображен рогатый пернатый змей. То есть это тоже эти так называемые, общепотребительный термин, атланты, это были воины ордена змея. Судя по археологическим данным, сейчас мы опускаемся на юг, потому что Мексика огромная страна. Когда мы говорим о Мехико, о центральной области и о народах Науа, это одна территория. Когда говорим о майя, это 1500, а то и 2000 километров на юг. Разница как между Москвой и Краснодаром, мягко выражаясь. Тем не менее, у народа майя тоже традиция почитания пернатого змея, судя по археологическим данным, появилась в так называемый классический период, то есть в 6, там, 7, 8 веке. В данном случае это фотография хорошо известной стелы из города Яшчилан, где изображен пернатый змей, у которого из пасти человеческая голова. Но обратите внимание, хвостом он уходит в корзину со свитками, с письменными. И рядом сидит жрец и тоже держит корзину со свитками. То есть это иллюстрация того, что пернатый змей, как бог-прогрессор, дал знания народу майя. Ну, в данном случае народу Ица. Еще одна притолока тоже из того же города Яшчилан. Та же самая ситуация, но посмотрите внимательно. Человек, который выходит из пасти пернатого змея, держит в руках скипетр. Не будем говорить, что это ваджара.
и вдалбливает знания тому же самому жрецу. То есть это уже, ну, я не знаю, такой комикс, высеченный в камне, демонстрирующий, как это было и что это есть такое. Роль Кицалькоатля на протяжении столетий менялась. То есть у разных народов он выступал в разных ролях. Вот одна из первых его ролей – бог-прогрессор. То есть он дал народам, которых мы называем майя, календарную систему, ремесла, кукурузу. То есть он принес главный злаковый продукт и обеспечил. То есть, собственно говоря, пернатый змей создал как бы структуру человеческого общества. Позже он вообще превратился конкретно в бога-творца. Я вчера упоминал, но повторюсь. Есть такая книжка, книга народа Кичи, Популь Вух. Собственно говоря, это Библия Нового Света. Там рассказывается о создании мира, о том, как сколько раз создавали человечество. В Популь Вухе его 3 раза, 3 человечества создавали. Потом идет вообще сплошная, как говорится, метафизика невозможного, о путешествии братьев-близнецов в подземный мир. Ну, длинная история, но действительно Библия Нового Света. Тем не менее, я просто сейчас процитирую фрагмент из первой главы. Тогда Типеу и Кукумац. Типеу — это женская половина, то есть это дуалистическое божество. Кукумац — пернатый змей, а Типеу переводится как «могущественная», женская ипостась. Тогда Типеу и Кукумац сошлись вместе с ними, тогда они совещались о жизни и свете, о том, что должно быть сделано, чтобы появились свет и заря. Кто должен быть тот, кто заботился бы о их пище и пропитании? Обратите внимание. Тогда была сотворена ими земля. Так в действительности совершилось ее создание. Земля, воскликнули они, и немедленно она была сотворена. То есть после столетий и трансформаций пернатый змей, в данном случае Кукумац, превратился в бога-творца, который создал мир, землю создал. Пернатый змей. Кроме того, параллельно с этим существует, или до нас сохранился, пласт мифов о том, что пернатый змей Кицалькоатль спустился в подземный мир, чтобы создать человека. При этом он взял с собой своего спутника Ксолотля, человека, в смысле бога, с собачьей головой, соглавца. Вспомним Анубиса. Причем здесь прямая ассоциация с египетским Осирисом, с Анубисом и в Мексике с Кицалькоатлем и Ксолотлем. Это длинная история. Ну, короче говоря, Кицалькоатль спустился в подземный мир, владыки подземного мира устроили ему испытание, потом ловушку, а его была задача собрать кости предыдущего человечества, чтобы создать новое, уже третье, то есть наше человечество. Ему это сделать удалось. Он вырвался из ловушки, из ямы, куда его, так сказать, заманили, поднялся вместе с костями и принес эти кости предыдущего человечества к богине змей. Чихуакуатль. Куатль на языке науатль – змей. Кецалькоатль, а это Чихуакуатль. И богиня змей, использовав, смешав кости предыдущего человечества, зерно, кукурузу, естественно, и часть крови Кецалькоатля создала нового человека. Того человека, которым мы являемся. Homo sapiens sapiens. Это вот такая вот мексиканская традиция. То есть, таким образом, Кицалькоатль, получается, как и Осирис, связан с подземным миром. Он не только бог-творец, но он еще и не владыка, но он связан с подземным миром, как создатель человечества. Вот эта традиция на протяжении тысячелетий, естественно, меняла образ пернатого змея
начиная от простого бога-прогрессора и заканчивая богом-творцом мира. И то, что мы имеем сегодня, это наследие уже как бы финального этапа развития различных мексиканских цивилизаций. Вот. Потому что есть два типа источников. Вот в данном случае я имею в виду, естественно, Мексику и нашу тему пернатого змея. Письменные источники и археологические. Письменные источники являются все поздними, потому что из примерно официально зафиксированных 200 мексиканских кодексов только один признан доиспанским. Все остальные были записаны уже в период конкисты, а то и позже, в 16-м, а то и в первой половине 17 века, со слов индейских информаторов. То есть это уже информация, прошедшая несколько, так сказать, этапов. Ну, не буду говорить, одна бабушка сказала, информаторы бывают разные. Поэтому сейчас я перехожу к теме о легенде о солнцах. Но предварительно говорю, что действительно мы должны понимать, что информация поздняя. Она прошла через руки разных людей. Испанцы это записали и до нас донесли. То есть это не истина в первой инстанции. И даже не в последней. Это трансформированная информация. Но при этом из нее можно выцепить определенные, так сказать, информационные зерна. Легенда о солнцах. Это переводится так на русский, потому что на языке науатль солнце соответствует, соответственно, вообще-то говоря, нашему термину эпоха. То есть легенда о солнцах — это история нескольких эпох, которые сменяли друг друга, вплоть до нашей. 5. То есть солнце — это эпоха. Сохранилось порядка 13 или 14 вариантов этой легенды. Естественно, я не буду подробно на этом останавливаться, но два варианта я вам сейчас расскажу, потому что они, и первый, и второй, привязаны именно к пернатому зверю. Именно зверю. И они противоречивы. Значит, первый источник — это история мексиканцев по их рисункам. Я просто зачитаю, там не так много. «Гибель Первого мира. После того, как Тескатлипока, а Тескатлипока считается братом-близнецом пернатого змея, переводится как «курящееся зеркало» или «дымящееся». Почему так? Я до сих пор не могу понять. Да, но «курящееся зеркало» отражает, наверное. Да. После того, как Тескатлипока стал солнцем и подчинил своей власти мир и его первых жителей, Кецалькоатль впервые выступил против него, потому что тот, Тескатлипока, ударил его большой дубиной и свалил в воду. Там Кецалькоатль превратился в ягуара. То есть пернатый змей превратился в ягуара, по сути дела, в свою противоположность. И выйдя из воды, Кецалькоатль начал убивать гигантов. То есть в данном варианте мифа говорится о том, что раса гигантов была первой расой человеческой на Земле. Гибель второго мира. Кецалькоатль оставался солнцем еще 13 раз по 52 года, что составляет 676 лет. На самом деле здесь как бы не имеет смысла обращать внимание на конкретные хронологические периоды, потому что в других вариантах легенды о солнце говорится, что эпоха длилась 4080 лет или 4800, а здесь 13 раз по 52 года. Ну, 52 года — это календарный цикл у древних мексиканцев. После их окончания Тескатлипока, будучи богом, превратился в ягуара. Теперь его брат-близнец превратился в ягуара. И как пожелали другие братья, он ходил в образе ягуара и так ударил лапой Кецалькоатля, что тот свалился и перестал быть богом. Поднялся такой сильный ветер, что унес всех людей, и они превратились в обезьян. То есть древние мексиканцы знали, что обезьяны произошли от человека в результате глобальной катастрофы, а не наоборот. То есть обезьяны — это просто деградировавшие люди второй эпохи, второго солнца. Гибель третьего мира. По происшествии этих эпох Кецалькоатль вызвал огненный дождь с небес, устранил Тлалока, который был предыдущим солнцем, и сделал солнцем свою жену, Чальчитликуэ, которая была солнцем 6 раз по 52 года, ну и так далее. Гибель четвертого мира. В последний год, когда солнцем была Чальчитликуэ,
как уже было сказано, упало так много воды, что низвергли с небеса, и воды унесли всех людей. И из них образовались все существующие виды рыб. Так что не стало больше людей, и небо исчезло, потому что оно обрушилось на землю. Ну, вообще-то, это описание последнего великого потопа. И после этого наступило пятое солнце, пятая эпоха, в которой мы и живем. Другой вариант легенды о солнцах приписан индейцу, хронисту, я прошу прощения, Иштлиль-Шачитлю. Вот, так и называется кодекс Иштлиль-Шачитля. Согласно этому кодексу, уцелевшие люди второй эпохи, огненноволосые люди, приплыли в Америку на больших лодках. И это произошло уже в третью эпоху. То есть люди второй эпохи где-то на востоке выжили и приплыли в Америку и заново ее населили. И Иштлиль-Шачитль также сообщает, что в четвертую эпоху в Америку явился Кецалькоатль. Только в четвертую эпоху. То есть видите, какая разница между разными источниками. Согласно истории мексиканцев по их рисункам, он с самой первой эпохи занимается вместе со своим братом, дымящимся, курящимся зеркалом, трансформацией мира. То один побеждает, то другой. То один становится солнцем, то есть владыкой мира, то другой. А по другому источнику Кецалькоатль только в четвертую эпоху заявился. Раньше его не было. Поэтому информация очень различается, та, которая до нас дошла. И в том же кодексе Иштлиль-Шачитля говорится, что после войны между богами, опять-таки возникает тема той же самой войны богов, пернатый змей удалился на восток. И согласно этому кодексу, первая эпоха, солнцевод, закончилась потопом. По другому источнику это была четвертая эпоха. Вторая закончилась землетрясением. Вторая эпоха была, земля была населена гигантами, а в третью эпоху, в эпоху солнца-ветра, все с лица земли смели ужасные ураганы, а четвертая эпоха современная. То есть не четвертая, в смысле четвертая, а не как по истории мексиканцев, не пятая. Но я говорю, расхождение в информации, поэтому я еще раз делаю серьезный акцент на том, что дошедший до нас объем информации очень противоречив, он разнится. Поэтому, последний момент, существует ацтекский миф о том, что их предшественники, тальтеки, которые существовали в мифическом городе Талани, были народом мудрецов, и ими правил Сеакатль-Тапильцин или Сеакатль-Кецалькоатль. То есть пернатый змей в поздней мифологии ацтеков уже превратился в реальный персонаж. Он был мудрым правителем, он запретил человеческие жертвоприношения. То есть все жертвы — это цветы, плоды, ну, может быть, мелкие животные. Объявил мир, порядок, и все любим друг друга. А его то ли брат, то ли советник под тем же именем Тескатлипока, курящееся зеркало, жаждал крови. Поэтому он напоил Сеакатля Тапильцина пульки, и тот совершил инцест со своей родной сестрой. Протрезвев, он пришел в ужас. Как же так, я вот учу добру и прочему, а тут, понимаете ли, такая история произошла. Хотя в любую эпоху среди правящих родов инцест был правилом. Но, тем не менее, это вариант ацтекской легенды. Короче, ему стало так стыдно, что он бросил трон, бросил свой народ, удалился на восток, сел на плот из змей и уплыл на восток, ну, в сторону Европы. Но я к чему это говорю? К тому, что в позднем варианте даже появился исторический персонаж под именем Кецалькоатль. Скорее всего, пернатый змей в поздние времена стало титулом для жрецов-правителей, потому что образ творца, покровителя мира является титулом правителя в реальной жизни. Поэтому предварительный итог заключается в том, что
На протяжении вот тысячелетий пернатые змеи выступают в целом ряде ипостасей, начиная просто с бога-прогрессора, который принес знания, кукурузу, социальную иерархию. Потом он становится творцом мира, потом становится участником вообще всего мирового процесса, причем в ходе взаимодействия со своим антиподом, тем же самым Тескотлипокой. Они вместе разрушают миры, создают и заново возрождают человечество, поэтому пернатый змей превращается вообще в многофункционального бога, потому что в поздние времена он еще ассоциируется с Венерой, с утренней, с вечерней, он повелитель облаков и погоды, но не громовержец. То есть ни разу я не встречал, чтобы фактор молнии был связан с пернатым змеем. Ни разу. Это прерогатива его отца, в смысле его создателя, согласно Попольвуху, Хуракана. Это Хуракан, держатель молнии. А пернатый змей вот еще и реальный исторический персонаж. Вот, кстати говоря, интересный артефакт. Это из Акамбара, где пернатый змей пожирает человека. Трудно что-либо сказать. Вот, если видите, тут у него погремушка, то есть это тот же самый изначальный образ гремучей змеи, но он пожирает людей. Да. Вот такая вот статуэтка в частной коллекции. Мне, кстати говоря, хозяин говорит, я тебе дарю, забирай. Я говорю, а как я ее провезу? Это же музейный экспонат, ее в сумку не положишь. Это мне нужно нести в коробке. Ну, так меня же зарестуют на таможне сразу. Поэтому спасибо, не надо. Хотя вещь уникальная, примерно, на мой взгляд, это где-то середина первого тысячелетия новой эры, то есть 1500 лет ей. Но это вот как раз тот же самый сюжет, как и предыдущий, где пернатый змей пожирает человечество. Вот он, бог-прогрессор. Прямо противоположные ипостаси. Потом, спустя... ну это вот просто картинки из кодекса Риус или Ватиканского кодекса о разных эпох. Вот как раз гибель гигантов. Это превращение людей в обезьян, в рыб. То есть противостояние Кецалькоатля, который... приходу испанцев уже был совершенно антропоморфным существом. Вот в данном случае это картинка тоже из Ватиканского кодекса. Слева Кецалькоатль, а справа его противоположность, дымящееся зеркало Тескотлипока. Потом, буквально 2 года назад, я наткнулся на совершенно другую тему. Вот эта вот керамическая табличка, где изображен жрец, убивающий ножом пернатого змея. Как ни странно, я ее приобрел, ну, буквально за копейки, в том же самом городе Тула. А здесь чисто майянская иконография, а город Тула — это 2000 километров к северу от основной зоны майя. И здесь изображен мотив того, что жрец убивает пернатого змея. Там же я приобрел еще вот такую вазочку, маленькую, вот, где тот же самый сюжет. Жрец убивает пернатого змея. Здесь развертка, но не так все четко видно. И потом в частной коллекции я увидел еще одну такую керамическую таблетку с тем же классическим сюжетом. Высокопоставленный жрец-воин пытается поразить ножом пернатого змея. Снизу, как и здесь, собака. Помните, я говорил аксолотли? То есть это спутник пернатого змея. То есть получается, он бог-прогрессор, он создатель мира, а тут сюжет змееборства. Почему так? Для меня это является загадкой. Сейчас я перейду немножко на другую тему. Наверное, вы знакомы с темой мексиканского палеоконтакта, которой я занимаюсь последние 3 года.
Ну, короче говоря, это огромное количество артефактов из конкретного города Хуэлос де Халиско. Их тысячи. Вот. И все они привязаны к теме пришельцев. То есть там летающие тарелки, инопланетяне. Главный сюжет – это создание гибридов. То есть земные женщины рожают от инопланетян, а инопланетяне этих гибридов занимают, забирают. Но тем не менее, в этом комплексе присутствует изображение пернатого змея в классическом варианте. Вот как здесь, так же как на классических стелах майя, из пасти пернатого змея появляется человек, который что-то где-то объясняет или что-то преподносит. Но в данном случае справа не человек, а чужой. И вот такие сюжеты на артефактах Эль Торо с пернатым змеем присутствуют. Не скажу, что их много. Ну, как сами видите, во-первых, здесь опять-таки имеется изображение черепа. То есть опять связь с подземным миром. Имеется какой-то дар длинноголового гибрида. Мы сейчас можем только интерпретировать. Но что самое интересное, пернатый змей вылетает из летательного аппарата. Вот здесь просто откровенная, так сказать, иллюстрация. Вот летающая тарелка, и оттуда вылетает пернатый змей. То есть он вот в этом комплексе, отдельно взятом, пернатый змей связывается с чужими. В этом варианте у него из пасти вылетает не человек, как на большинстве сюжетов, а чужой, длинноголовый, с миндалевидными глазами. Но это я привел именно для того, чтобы заострить проблему. Расскажу короткую баечку, я уже практически заканчиваю. В 2007 году у нас была большая съемочная экспедиция в Мексике, 3 недели. Вот, мы проехали тоже с центральной Мексики до Юкатана и практически заканчивали экспедицию в Чичен-Итце. Вот это известная пирамида Кукулькана, вот, пернатого змея. Она календарная, там считается, что в день весеннего равнодействия, когда солнце сходит, то тень спускается вот по лестнице. Вот, и до головы опускается. То есть как бы пернатый змей сползает сверху вниз. И это феномен, как бы зафиксированный на видео, на фотографиях и прочее. Ну, гениальная архитектура. И сказать, что среди древних майя не было серьезных математиков, это сказать глупость. Смогли построить. Правда, как показали исследования последних 20 лет, пирамиду Кукулькана исследуют при помощи приборов. Естественно, ее никто не будет разбирать. Это четвертая крышка. Там внутри одна пирамида, потом вторая, потом третья. А потом оказалось, что пирамида стоит на естественном карстовом источнике воды. То есть тот же самый принцип, что и в Египте, и в Перу. Пирамида привязана к воде. Но я что хотел рассказать. Целый день мы ходили. Снимали, у нас было 2 оператора, а потом уже в конце дня, буквально там оставалось 20 или 30 минут, я оказался один. Присел в тенечке, и ко мне подходит группа ребятишек, мальчики и девочки, и спрашивают на английском, можно с вами поговорить? Я говорю, можно. Мы просто хотим попрактиковать английский язык. Вы из Америки? Я говорю, нет, из России. О, а что вы тут делаете? Ну вот мы снимаем памятник, мы интересуемся древней историей Мексики. И тут их сразу отпустило, прорвало. Я вот реально так пожалел, ну что я один, оператора нет рядом, чтобы это все заснять. А мы, говорит, люди ИЦА. Вот, мы учимся в национальном колледже, не в мексиканском, а в национальном, майянском. Нас учат нашему языку, языку ИЦА, испанскому и английскому. Поэтому мы к вам и подошли, чтобы немножко попрактиковать английский язык, да. А вот вы изучаете нашу историю? Я говорю, да, интересует всю жизнь.
Они-то говорят, а вы знаете, вот есть наша история, которую написали американцы. Но это полная, как говорится, ерунда. Да, мы сами знаем свою историю. Мы знаем, откуда мы пришли, когда пришли. Это город, который вы называете Чечен-Ица, он называется Чичхан-Ица. А мы Ица, мы народ змея. То есть эта традиция ребят учат с детства. Но они не, получается, параллельная культура. То есть есть мексиканская культура, ну, синтетическая, да, мексиканско-европейская. А есть родная культура, майянская. До сих пор существует, у них даже собственные колледжи, и им дают другую историю. И это 16-летние ребятишки прекрасно осознают. То, что вы там в книжках читаете, в фильмах показываете, это... А у нас свое, мы знаем. И мы люди-змеи. Или люди-змеи. Возможно, вот так вот выглядели люди-змеи. Угу. И что самое интересное. Тема людей-змея возникает в разные эпохи, в разных концах света, в разных культурах. Вот для примера картинка, это иллюстрация из армянской книжки, ну а там и Евангелие, и история. Ну, сами понимаете, традиционная сцена крещения Христа в водах Иордана. Обратите внимание, Иисус стоит ногами на зеленом змее. Все мы так или иначе читали Евангелие, где в ортодоксальной версии описания крещения Иисуса присутствует змей. Здесь он присутствует. Может быть, нет, ну это просто интерпретация, что в результате крещения Иисус победил змея. Но нам же, в нашей традиции, эта тема евангелическая отсутствует, крещение и змей. А здесь присутствует... Может быть, змей-искуситель. Но я говорю о том, что в тех ортодоксальных вариантах Евангелия, которые мы знаем, да, четыре основных, там тема змея вообще-то примительно к крещению Иисуса отсутствует, в принципе. Поэтому культ... Зеленый змей. Все понятно. Поэтому культ змея в мировой истории, ну, Ураборос, да, у греков, Йормунганд, у скандинав, Вритра, у индусов, это все тема мирового змея. Кстати говоря, Ветхий Завет тоже история человечества. С чего началась? С того, что змей предложил Еве яблоко, да? Вот, кстати говоря, Макинтош. Логотип Макинтоша. Вообще наглое такое заявление. Мы надкусили яблоко, теперь мы знаем с древа познания. Теперь мы знаем сущность бытия. И сделали это своим логотипом. Это, ну, Макинтош. Ну, яблоко. Ну, надкусное яблоко. Да, да. Поэтому я не хочу как бы делать каких-то однозначных выводов, но хочу поставить вопрос ребром. То есть получается, с одной стороны, что змей является основой мира, по сути дела символом земли, тот же самый Ураборос, обеспечивающий порядок земной, да, и равновесие мира. А с другой стороны, змееборческая тема. Почему это так? Для меня это является, в общем-то, большой загадкой, потому что сформулирую, так сказать, последнюю фразу. Вот я это называю фактор змея. Фактор змея – это важнейшая тайна истории человечества. Все. Пожалуйста.
Андрей, правильно ли я понимаю, что версия, которой ты придерживаешься, что боги-змеи создали человечество? Текущая. Текущая. Они явно принимали активное участие. Но кто такие боги-змеи? Да? И точно в разных, я говорил уже, в разные эпохи, в разных частях света существовали народы, которые называли себя народом змея. Допустим, евреи, они тоже народ змея. Вспомните Моисея, откуда он получил свой посох? Нет, а что было изначально перед посохом? Змей. Вот такой простой пример. А? Ну, куст, да. Оттуда, оттуда выпал змей, который превратился в его магический посох. Тогда вопрос. Значит, как ты относишься именно к этому изречению, что именно вот тоже везде у нас и в Библии змей-искуситель. Значит, но есть такой вариант, что змей-искуситель, он чем искусил их прежде всего? Знание. Правильно, что искуситель – это знание, это ключи от познания, ибо те ключи отравлены. Потому что и любое познание, оно может идти как в добро, так и в зло. Это вот первый вопрос. А второй вопрос тоже. Значит, везде наблюдается культ змея. Вот, Тецаль Куатла и так далее. Но там у них был тоже очень интересный бог, которому многие поклонялись. Назывался Шипитоток. Это бог со снятой кожи. Это что, тоже разновидность змея, то есть, который меняет кожу, но он не пернатый был. Саш, да, Шипитоток действительно, но опять-таки я повторюсь, когда мы имеем дело вот с массивом, достаточно большим массивом информации, в данном случае мексиканской, она поздняя. Вот, то есть это интерпретация, которую уже испанцы записали со слов своих индейских информаторов. Дальше начинаются наши фантазии. Хорошо, раз он со снятой кожи, наверное, он принадлежал, как сказать, к змеиному роду. Да, менял кожу. Возможно, но это исключительно наше предположение, потому что в сохранившихся, так сказать, в записанных испанцами мифах не говорится конкретно, почему он такой. Это его только имя. Да, про него очень мало что известно. Поэтому, может, ты еще? Нет. Можно? Да. У меня такой вопрос. Вот если посмотреть на мифологию, допустим, разных стран, да, практически везде присутствует змей. Но мне почему-то кажется, что чем севернее идет, ну, вот, допустим, если взять Латинскую Америку, Азию, там практически он как положительный, в том числе как в Индии, он как бы что-то такое, ну, как бы среднее. То есть есть и хорошее, есть и плохое. Чем севернее, например, вспомнить нашего змея Горыныча, или, по-моему, в Скандинавии тоже, он тоже там как бы играет отрицательно, тем он более отрицательный. В плане вот этой мифологии. А в чем вопрос, я не понял? Вот я имею в виду, что почему конкретно более, скажем, южные территории обожествляли их как положительные. Чем севернее становилось, тем уходило в отрицательное отношение к змею. Ну, я, честно говоря, затрудняюсь ответить на такой вопрос, потому что, во-первых, это не только разные территории, но и разные эпохи, разные времена. И привязывать как бы какие-то положительно-отрицательные качества применительно к змею и привязывать это к широте, ну, я, честно говоря, не вижу смысла. Тут дело совершенно в другом, потому что скандинавы, они же не родились в Скандинавии, они же пришли с юга. Вот. Хорошо, тогда еще вопрос. Вот вы сказали, что как бы они спускались под землю, взяли как бы останки прежних людей, и таким образом новое возобновилось, новые как бы люди. Насколько я помню, по-моему, у китайцев, то он конкретно спустился с неба, никуда не спускался под землю, и уже от него таким образом произошли уже, ну, будем так говорить, китайская нация, если я не ошибаюсь. Ну, в данном случае вопрос-то, опять-таки, в чем? В том, что в разных частях света, в разные эпохи, у разных народов, естественно, разные
Ну, народ не может жить без представления о создании мира. То есть, если мы не имеем понятия о том, как был создан мир, то у нас просто нет никакого национального самосознания. Мы никто. Либо сами придумают, либо нам принесут, либо мы воспользуемся предыдущей традицией. Причем эта традиция может быть не наша, а предыдущего народа, как сделали это ацтеки. То есть вот вся эта мифология о пернатом змее, это не ацтексы, это то, что они впитали. Потому что ацтекам там, их цивилизация была буквально 400 лет до прихода испанцев. Это самые последние насельники в зоне современного Мехико. Они чичимеки, варвары, пришедшие с севера, 300 лет там сидели, потом окрепли, за 80 лет подчинили себе всю округу, вышли на всю территорию центральной Мексики от Тихого океана до Атлантического и до практически до зоны Майя. И это просуществовало 70-80 лет. И тут пришли испанцы. Но их мировоззренческая система вся уходит корнями в предыдущие народы, которых они подчинили, адаптировали, грубо говоря, всосали и переварили. Кстати говоря, в 1425, по-моему, году, ну, это просто зафиксировано, так сказать, с показаний свидетелей, то есть меньше, чем за 100 лет до прихода испанцев в 1519, в ацтекском государстве произошла религиозная революция. Главным богом был назначен Уицилопочтли, бог войны, который требует крови. Была создана Тлаэлилим. Был у них такой жрец, который работал при жизни четырех правителей. И когда ему сказали, ну слушай, ну тебе 90 лет, мы всю жизнь живем с тобой, стань ты главным. Он говорит, а зачем? Я и так главный. Короче говоря, он совершил вот эту реформу и объявил новую концепцию. Он назначил ацтеков, мешиков, избранным народом, от которого зависит существование Вселенной. То есть, это вот такая, он внедрил новую мировоззренческую идею, что ацтеки, мешики, да, они отвечают за миропорядок, грубо говоря, за солнечную систему. Но для того, чтобы поддерживать этот миропорядок, нужна человеческая кровь. То есть до этого, естественно, в любой мексиканской, мезоамериканской цивилизации существовала, так сказать, традиция человеческого жертвоприношения. Она была другой, то есть там выбирался, естественно, там, юноша или девушка из царского рода, которого с 5-6 лет готовили к тому, что он станет жертвой. То есть облизывали его, купали в роскоши, в 16 или 18 лет приносили в жертву. То есть это был добровольный, с его точки зрения, акт приготавливали. А вот после этой самой революционной реформы, религиозной, начались массовые жертвоприношения, которых потом обвинили испанцы, сказали, что эти дикари, они режут людей, приносят их в жертву тысячами. Да, такое было. Но это было на последнем этапе существования мексиканской ацтекской цивилизации. И обоснованием это было простое. Кровь человеческая – это основа поддержания гармонии мира. Поэтому режем. Чем больше крови, тем надежнее мир. Иначе эпоха Пятого Солнца тоже закончится. Андрей, а может быть революция Уицилопочтли как раз и привела к тому, что Квецалькоатля стали приносить в жертву? По времени не революют? Нет, до этого Квецалькоатль у мешиков, ацтеков, был, ну как бы вот, Сеакатль-Топельцин. То есть это то же самое, то есть и тогда я думаю, что вот миф о свержении, и когда он весь за мир, да, а потом уплыл на плоту из змеи на восток, это тоже повторение этого же мотива. Сейчас трудно об этом говорить, потому что это чужие дела, которым 500 лет, да. А информации на самом деле не так много. Написано куча книг, вот, но письменной информации не так много, и она вся поздняя. И еще
переваренная с точки зрения в основном иезуитов, которые, собственно говоря, и записывали, кто там был грамотный в 16 веке среди пришедших испанцев? Монахи и иезуиты в первую очередь. Поэтому они подавали это в том ракурсе, в котором им был выгоден. Можно еще? Вот вы сказали, что они были братьями-близнецами, да? Только один как бы нес положительную, другой нес отрицательную. А они могли вот на слайдах, где жрец убивает змея, как бы вот, скажем так, какую сторону выбрали люди? Положительную или отрицательную? Как бы убивает одного из братьев? Ну, во-первых, применительно, когда, если мы говорим все-таки о богах, то им совершенно неприемлем критерий положительный и отрицательный. Для них термин понятия плохо, хорошо вообще не существует. Вы же сами рассказывали, что один как бы чтобы не было войн, а другой наоборот пошел как бы против. Да, но это не плохо и не хорошо. Абсолютно относительно. Здесь не нужно с наших, так сказать, человеческих критериев оценивать деяния богов. Этому плохо, это плохое, это хорошее. Нет такого в принципе. Они не плохие, не хорошие. Поэтому то Кецалькоатль стал ягуаром, то Тескатлипока стал ягуаром. Друг друга мочат и обеспечивают новый мир и с новым солнцем. Это значит свою жену пригласил, да? А этот Тлалока, который потом стал богом дождя почему-то. Причем здесь солнце? Это действительно очень сложная и для нас во многом запутанная система, потому что, еще раз повторюсь, та информация, которая до нас дошла, это спрессованная на финальном этапе традиция нескольких тысячелетий. И, естественно, она менялась многократно. А мы получаем просто сухой конспект, ну такую шпаргалку, да, из древней традиции. И пытаемся ни в коем случае не судить, но что-то понять. Но вот для меня, что самое важное, вот применительно к легенде о солнцах, сказано, первая раса была раса гигантов. Великий потоп был. Люди превратились в обезьян. Раз, два, три. Для меня это как бы конкретная информация. Неважно, сколько тысяч лет назад это было или как, но важно то, что древние мексиканцы об этом знали. И эту информацию до нас донесли. Про изначальную расу гигантов, человеческую, про то, что обезьяны происходят от человека, про то, что последняя эпоха закончилась великим потопом. Вот раз, два, три. Все. А когда ушли, куда ушли, когда ушли эти боги? Как по твоему ощущению? Ну, судя по артефактам, по времени. Да никуда они не ушли. Когда? А никуда ты хочешь сказать? Вообще не ушли. Вообще не ушли. То есть они среди нас? Да. Только мы их не видим. И они потеряли возможность прямого управления, потому что появился змей. Зеленый. Обед у нас два, как просили на кухне, так что есть некоторое время погулять и попробовать. Thank you.